Всем привет! Работая над Travel Video, мы можем добавить анимационные карты. Идем в папку программы, открываем iMovie, создаем новый проект и выбираем фильм. Затем идем в папку фон. Карты и фоны содержат очень крутые анимационные карты. Добавим все карты на временную шкалу. Нажимаем файл. И отправить фильм в Final Cut Pro. В Final Cut Pro мы получили новую библиотеку под названием iMovie. Можем переименовать ее в карты. В этой библиотеке находится проект, который содержит все анимационные карты. Выберем одну из них, скопируем и вставим в наш проект Travel Video. Приблизим, и теперь в инспекторе мы можем менять нашу точку отправления и прибытия. Мы получили анимационную карту непосредственно в нашем проекте. Подписывайтесь на наш канал, здесь ничего лишнего. Спасибо за просмотр.